Ребята, всем привет! С вами Крошка Настя. Короче, это видео у меня про трейды в Adopt Me. И сегодня у нас вышло новое обновление, где у нас появились три новых питомца. Здесь появился питомец за 250 робуксов. Я решила его купить, дать ему родзельку и посмотреть, что за него будут предлагать. У тебя одинаковые предметы из робокса, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на StarPass.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери меня несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Но не забывай, что на StarPass можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Roblox у StarPass будут закреплены в комментарии. Ну что ж, первый трейд мне предлагают Флари от Грифона. Прикольно, но он, к сожалению, не ценный. Неоновая Райд собака. Ну блин, она камоновская, этого мало. Райд золотая единорожка. Прикольно, но маловато тоже. Родзелька. Не, ну я все-таки этого питомца купила за 250 робуксов, а не только родзельку потратила. Диамантовый дракончик и легендарный мишка. Понятно. Райд панда. Мало. Райд лавовый волк и райд вот такой вот тигр с лунного нового года. Кстати, это две райд легендарки. Блин, это классный трейд. А, я хочу согласиться, но видео будет слишком коротким, что делать? Короче, я решила все-таки отклонить... Но сразу говорю то, что это был очень выгодный трейд, надо было соглашаться все-таки, я потом все видео жалела. Кстати, советую вам подписаться на мой телеграм-канал, так как там я устраиваю разные розыгрыши на прикольных питомцев и игры, в которых можно бесплатно получить робуксы. Ссылочка на него есть в описании. Неоновый Райд Джинджер. Ну, в принципе, неплохо, но мне уже предлагали побольше. Неоновая Флайред Крыска. Ну, я даже не знаю, как она ценится, мне еще просят добавить, поэтому я точно не буду соглашаться. Райд обезьяна, райд морская звездочка, ну нет. Вот такой вот райд дракончик, маловато. Райд металлический бык, он, конечно, легендарный, но, к сожалению, вообще не ценный. Вот такой вот обычный райд бычок, ну нет, этого точно мало. Флайред додов. В принципе, прикольно, но мне уже предлагали две райд легендарки, поэтому нет. Райд капибара. Ну, она олдовская, я даже не знаю, давайте я попробую согласиться, и пока думаю, посмотрю, сколько она стоит. А, ну мне, короче, отклонили, но она стоит 80 рублей, в принципе, это не очень плохо, но меньше, чем те две легендарки. Обычная овечка, как у меня, и вот такой вот листик, из которого выпадают бабочки. Ну, он, в принципе, за робуксы, ну нет, мне он не особо нужен. Вот такие вот самые обычные питомцы, они все без зелий, поэтому не буду. Так, флай-дракончик и снежная сова. Понятно. Флай совсем не редкий тигр. И японское яйцо. Ну нет. Ну ладно, ребят, пожалуй, хватит на сегодня трейда. Вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. И не забывайте подписываться на мой канал. Совсем скоро выйдет видео, где буду трейдить нового неонового питомца рыбу за 1500 баксов. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.